На конкурс дети читают стихи «Лабиринт.ру». Я в Томске живу. Это мой самый любимый город. Я Мишка Водая. Мне 3 года. Стихотворение про День Победы Андрея Усачева. Что такое День Победы? Это праздничный парад. Едут танки, ракеты, маршевой твой солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк летает в небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни со столом, это есть и беседы, это дедушкин альбом, это хвуды и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит, нет войны.